Алло? Здравствуйте. Это Наташа? А меня Саша зовут. Как такой Саша? Мам, а какой я Саша? А вы что, разве не предупреждали, что я буду звонить знакомиться? Умный? Замечательно. Я холостяк, мне 41 год. Мама говорит, что я уже не мальчик, и мне пора уже с какой-нибудь познакомиться. Да. Вы тоже так считаете? Ну хорошо, можете не отвечать, потом сюрприз будет. Что сюрприз? Никто не сюрприз. Это я так смеюсь, ага. Привыкайте, это вам подарочек. Рассказать, как я выгляжу? Мам, а как я выгляжу? А выгляжу я хорошо. Мне больше 40 никто не дает, и даже мама. Ну подождите, мне говорили, что и вы давно уже не девочка. Не обязательно, не обязательно. Я в том смысле, что у вас свой мальчик имеется. Ну ничего, я детей люблю. А сколько у вас детей? Ну хорошо, может, не обидеть, потом сюрприз будет. Немного о себе. А галута. Мам, а что вы сказать? Ну, а вообще здоровье хорошее, да. Давление 130 миллиметров ступного столба на 70. Да. Мама на пенсии, дева. Нет, вы не поняли, я дева по гороскопу, ага. Дед ты болел. Ну, немного, в меру. Ну, свинка, коклюш, ой. Что? Минуточку, сейчас уточню. Мам, а я в детстве трещинки пристаем болел? Понимаю, я не приду. Мама говорит, болел. Да. А вы этим лицом болели? Ну хорошо, может, не обидеть, потом сюрприз будет. Как давно решил извиниться? Что? Какой пальто? А, я давно, да. Я сначала хотел на маме. Ну, потом мы с ней решили, что надо на другую. Но пока не получается. Понимаете, я от природы робкий. Я когда маленький был, в лет 25, меня собака испугала. Да, как сейчас помню, сижу на кухне, маму кашу ем, она как капнет по телевизору. Ну, сейчас без видимых нарушений. Правда? Только робкий стал, да. А вы замужем были? Да. А сколько раз? Ну, хорошо, можно не обидеть, потом сюрприз будет. Как? Хобби? По выходным? Да. Нам по выходным какой-то хобби приходит? Нет, к нам никто не приходит. Мы с мамой вдвоем без всяких хобби. Да. Ой, а я вот сейчас с вами разговариваю, у меня вся голова потерлась на маске. Почему облился? Не облился, а мазался. Мне мама подсолнечным маслом голову смазывает, вроде удобрения. Да. Ну, чтоб не усел. Почему? Лысый. Нет, волосы еще есть. Мы их с мамой перед сном пересчитываем, да. Так. Ну послушайте, берете, смазываете голову подсолнечным маслом, обматываете глазком и так 3 часа ходите. Потом смываете и повторяете процедуру. У меня на это все воскресенье уходит. Да. Вам зачем? Хороший рецепт, вдруг пригодится. А вы, простите, брюнетка или наоборот, в парике? Ну, это может не обидеть, потом сюрприз будет. Ну, вот я вроде вам все о себе рассказал, да. Теперь сами назначайте, где и когда встретимся. Так, 22 чего? Ну-ноль? Мне так долго мама не разрешает. Она мне говорит, что после 10 нельзя с замужними зайцами гулять. Да. Говорит, что вам от меня только одно надо. Но мне это даже не надо. Да. Что? Поликлиника? Можем встретиться и там, от нас недалеко. Да. Так, что делать? Так, прийти в поликлинику, просунуть голову в регистратуру. Сейчас мы с мамой придем и просунем. Да. А что спросить? А, они направят. А куда? Ну, мне интересно, куда. Ну, хорошо, можете не отвечать. Потом сюрприз.